Не можете утром продрать глаза, пока не выпьете чашку кофе? Проснуться поможет чай масала, который гораздо полезнее и при этом помогает избавиться от кофейной зависимости. Весь секрет в составе. Чай масала – это индийская смесь черного листового чая, молока, меда или сахара и, главное, пряностей. Это кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, черный перец и гвоздика. Также возможны сочетания с мускатным орехом, ванилью и бадьяном. Такой набор пряностей улучшает кровообращение, благодаря чему вы чувствуете прилив сил и энергии. И этот эффект держится целый день, что помогает вам полноценно работать, креативно мыслить, творить, принимать важные решения. И в отличие от кофе, который кровь сгущает, и вы уже через полчаса снова хотите спать. Именно поэтому фанаты кофе, которые пьют более 3 чашек кофе в день, чувствуют себя вечно уставшими, может бешено колотиться сердце, приходит состояние тревожности и раздражительность. А все потому, что вымываются такие необходимые сердечно-сосудистой системе калий, магний и кальций. А это никуда не годится, друзья. Поэтому предлагаю вам попробовать чай масала, который благотворно влияет на работу сердца, уменьшает риск появления тромбов и инсультов. Давайте же его приготовим. Итак, нам понадобится смешать воду и молоко 1:1. Так, берем. Водички. Добавляем сюда 4 чайных ложечки черного чая. Так, раз. Так, готово. Теперь нам нужно смешать пряности. Берем ступочку. Так, и добавляем сюда 2 штучечки кардамона. 2 горошинки черного перца, 2 штучки гвоздички, 1 звездочку бадьяна. Теперь нам нужно 1/2 чайной ложечки фенхеля. Теперь все эти чудо-пряности нужно растолочь хорошенечко в ступке. Такой пошел аромат, вы должны это попробовать. Здорово. Так, пряности наши начали отдавать свой запах. Так, есть. Также нам понадобится щепотка мускатного ореха. Нам нужно его взять. Натереть на терочке такой. Чуть-чуть, совсем граммулечку, буквально на кончике ножика. С мускатным орехом нужно не перебрать, потому что будет горчить. Достаточно. И немножечко добавим где-то с чайную ложечку тертого имбиря. Ну, вы можете взять сухой, молотый, если нет свежего. Так, почистим. Берем. Этого будет вполне достаточно. Так, чистим. Возьмем терочку, да. И добавим свеженький имбирь, тоже чуточку. Вот так. Отлично. Такую замечательную пряную смесь вы можете приготовить сами или купить уже готовую в аюрведическом магазине. Расскажу вам немножко о свойствах пряностей, которые мы смешали. Итак, семена кардамона и фенхеля, вот у нас мы его добавили, улучшают пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта.
помогают справиться с кишечными расстройствами и избавят от изжоги. Чай масала богат витаминами и микроэлементами, отлично справляется с простудными и вирусными заболеваниями. Имбирь, черный перец, мед, гвоздика, мускатный орех – это прекрасное бактерицидное и иммуномодулирующее средство. Кстати, не напоминает ли вам случайно состав любимого глинтвейна? Так и есть. В холодное время года чай масала просто незаменим, так как моментально согревает, а звездочка бадьяна и корица, которые добавляют сладковато-горьковатый вкус, подарят уют, будто вас укутали теплым пледом. Итак, продолжаем готовить наш чай масала. Нам сейчас нужно закипятить нашу смесь чая, воды и молочка. Хочу добавить еще палочку ароматной корицы. Теперь пришло время добавить нашу божественную смесь пряностей. Перемешиваем, держим буквально одну минутку и снимаем. Ну, почти готово. Молоко здесь просто необходимо. Оно прекрасно раскрывает аромат пряностей и смягчает характерную остроту. Нам нужно настоять этот прекрасный напиток 10 минут, потом процедить. 10 минут прошло, пора процеживать напиточек. Так, берем наш красивый стаканчик, ситечко, кладем так, процеживаем. Так, есть! Красота? Вот он, наш бодрящий индийский напиток. Готов. Можем пробовать. Такой пряный, мягкий вкус, легкая остринка, прелесть. Кстати, забыла сказать, что крепко заваренный чай масала отлично перебивает чувство жажды и голода. Рецептов чая масала существует бесконечное множество, поэтому не жадничайте, делитесь своим рецептом на наших страничках в соцсетях. До встречи!